Итак, друзья, запустили мы Кировец, который для нефтяников собирали. Всем привет! Всем хорошего дня! Резинку еще не постелили. Тут у нас частичный ремонт. Переделали мы, друзья, коробку. Теперь у нас коробка механическая. Сейчас пока установили кабину. Сейчас делаем всю обвязку, все подключаем. Потом будем движок установим, будем пробовать, как что все работает. Парами, кстати, многие тоже спрашивали показать, как мы усиливаем. Тут у нас рама для трактора с отвалом. Вот так вот мы изготавливаем уши для крепления отвала. По бокам усилители. Тут. Снаружи усилители, с этой стороны усилитель, спереди усилитель, тут у нас гидроцилиндр крепится, мы для этого его усиливаем. Снаружи тоже вот здесь передка усилитель идет. Новые проставки. Втулки подготовили и будем растачивать под втулки. То же самое и под пальцы гидроцилиндра.
Итак, тут у нас на частичном ремонте 701 Кировец. Какие работы здесь будут проведены? Движок не трогаем, мосты не трогаем. Замена гидроцилиндров. Будем ремонтировать заднюю полураму. Трубу шарниру, заднюю полураму не трогаем. Мосты задние тоже не трогаем. Кабина капиталица будет. И будем изготавливать дуги безопасности на кабину. И замена облицовки на новую. По электрике, по РВДшке, собственно, все. Узлы все работают. Движок, коробка работает. Мосты работают. Дальше у нас снека-ротор. Под снека-ротор, который трактор собираем. В котором в новом цеху у нас стоял, я его показывал. Все, кабина готова, кабину установили. Баки установили. Занимаемся электрикой. Сейчас все подведем. Фен. Также здесь ПЗД будет. А на этой неделе трактор уже будет готов. Сейчас здесь у нас основная работа по электрике, но и крылья уже забить. Бачок установили. Сам ПЖД с той стороны. Вот он, ПЖД. Теплостар 14С. Такие же ПЖД ставят на КАМАЗы. Также мы ставим и на Кировцы. Поддерживаем отечественного производителя. Елабужские аккумуляторы зарекомендовали себя на рынке неплохо. Вот такой вот отвал сюда установили. Ну, уже много таких отвалов установили. В прошлом году их ставили. И в этом году их ставим. Заказчик довольный, все его устраивает. Ну что, друзья, ждем ваших звонков, ваших заявок на капитальный ремонт. Привозите трактора. Будем их собирать вот в такое состояние, вот в такое состояние. Ну, кому нужно внешний порядок привести, можно будет и просто частичный ремонт сделать. Кстати, кабина у него уже с песочки пришла. Мы сейчас занимаемся рихтовочными сварочными работами.